Ребят, всех приветствую. Посмотрите, в какой обстановочке мы с вами находимся. Папа светит на меня фонариком, на дворе ночь. А это значит, что мы приехали за царской рыбой, за ленем. В сказочное место на самом деле приехали. Когда солнышко встанет, все увидите. И пока закидываем удочку, мешаем прикормку, да будет лень. Смотрите, сколько комаров тут нас окружило. Так, начинаем подготовку места. Для начала надо вот этот камыш прибрежный опустить. Чтобы он сильно не мешался. Так, начинаем замес прикормки на часах без 10:11. Стемнело уже окончательно. Удочки пока так закинули. Очень много рыбы плескается. Водоем кипит. Короче, взял Дунаев креветку. И Дунаев Фадеев. Вот такая метод фидер сериес. Зелененькая прикормка. И творог. Червей немного, поэтому червей добавлять в прикормку не будем. Пока по чуть-чуть добавим. Сделаем стартовый закорм. А потом ближе к утру, часиков 3, еще раз замешаем и закормим на утро. Будем надеяться, что леню понравится и он придет. Вот такая получилась прикормка. Видим белый творог среди крупной фракции. Ну, красота, короче, рассыпается все как нужно. О, это он. Это он. А вот и первый, господа, золотой дружочек мой. Время после прикормки прошло полчаса. Сейчас 11:30 у нас ночи. И вот такой прекрасный рыб у нас клюнул. Малыш, конечно, оторвал крючок, надо вытащить. Малыш, но первый. Первый Туля. Ночной лень. Крючок перевязал, линя отпустил в садок пока что. Цепляем червяка. Опять делаем аппетитный кусочек. Ну что, доброе всем утречко. На часах 3:30. Делаем закорм. Есть поклевка первая утренняя. Ребятушки, линь.
Клюнул еще один линь. На папину удочку, пока он спит. Вот такой вот линечек маленький. Взял с самого дна. Отлично так притопил спокойненько. И прикол в том, что клюнул он на бутерброд из червя и опарыша. Вот такой. Хотя здесь до 2 килограмм точно есть. Но пока в садок уложу. Какое у него приятное сопротивление. Просто непередаваемое ощущение. Просто класс. Фух. Так, ну сейчас еще одного ловим и надо будить папу. Ну прошло сколько? Минут 7 с того момента, как вот я сел. Прикольно. Линь 100% пришел на прикормку и уже даже начал кормиться, потому что возле поплавка всплывают пузыри воздуха. Вот видите, это значит, что рыба уже встала на корм. И с минуты на минуту должна произойти поклевка. Будем ждать. Надеюсь, это не чебак. Ух ты, хороший. Хороший. Этот крупнее тех. А нет, ну да, чуть покрупнее. И почернее. А ну засними его на большую камеру. Вот такой вот уже третий линёчек в зачете. Ну пока что вот маленький клюет. Но знаете, маленький, а такой боец, такой боец. Это что-то, конечно. Класс. Начинает уводить, смотрите. Как раз там ориентиры хорошо сзади. Кувшиночки. Ну да, пошел по чуть-чуть. По чуть-чуть, по мариночку. Можно подсекать. О! Кого-то поймал. Ой, блин. Что, карась, что ли? А, нет. Че за малыш? Ну, такой симпатяшка. Да? Смотри, какой. Так, у меня опять куда-то пошел поплывок. И опять линь. Ух ты, хорошо, как сопротивляется. Ну опять такой же, ребят. Опа. Ай ты, мой красавчик. Смотрите, засечка какая, ух. Пучок червя и вот такие рыбы клюют. Опа. Сейчас подсадим еще
Короче, вон туда надо тебе поправее кидать, походу. Хотя сейчас по-настоящему доброе утро. Сидим в прекрасном месте. Рыба плещется. Лень есть. Расцвело. Розовый такой расцвет. Классный. Вон там все заросло в кувшинках. Место прям сказочное. Но мы рыбачим. Надеюсь, еще лень будет. Расцвело, не знаю. Ну, по темну точно вливал. Ух и борьба, ух и борьба. О, здорово там. Тихо, не вытаскивай, это крючок порвется. Надо руками брать. Главное, я маленьких тут сидел, ловил. А папа просто первого и сразу здоровичка такого, оба. А, красавчик. Шикардосный, да? Просто шикардосный. С вас лайки, ребят, это обязательно, обязательно просто. Это потому что... Просто посмотрите на этого красавца. И посмотрите на эту природу. Ну тут без лишних слов. Это кайф. Это настоящий кайф. Мой другой. Здесь не мил. Чебачина. Ой, какой. Папа чебака поймал тут. В общем, окончательно светло стало. И лень пошел спать. Больше поклевок нету. Начал клевать чебак, окунь. Я вот собрал мусор, сейчас вынесу наверх. А, и вот еще тут. Ну да, вот этого здесь не было. Ну, в смысле, в том году, по крайней мере. Так, сейчас мусор соберем, короче, заварим покушать. Да и все, в принципе. Опа. А потом уже попробуем половить на спиннинг, думаю, на ультралайт. Но это вы уже увидите в следующей серии. Ой, что за красавчик стоит, а? Ай, какая благодать! Решил заварить воды, чтобы сделать покушать. На этот случай у нас есть самоварчик, который уже второй год вроде как с нами. Блин, крутая штука, ребят. Всем рекомендую. Получается... Сюда сейчас наложим дровишек немножечко, зажжем, потом сюда дрова, а сюда зальем воды. Сразу дымочек, огонечек. Сейчас сюда закидаем остатки дров. Вот так вот.
Пошла жара. Ох, сейчас классно заварим роллтоны с утреца. Так, ребятушки. Ну все, лень клевать перестал. Становится жарко. Пора посмотреть, что мы поймали. И отпустить их. Обязательно. Сейчас сфоткаю. И отпустим. Красавцев. Вот они. Такие все малыши. Ну, знаете, очень приятно их ловить. Очень красивая рыба. Просто супер. Вот они. Маленькие. И вот один попался папе нормальный. Такой грамм 500. 550. Хороший лень. Здесь таких на самом деле много, но видите, сегодня клевали вот такие вот малыши. Так, сейчас сфоткаемся и отпустим. Так, фото есть. Давайте отпускать малышей. Сначала малышей, а потом настолько это приятно, настолько приятно отпускать такую царскую рыбу. Просто класс. Опа. Все, ушли. Давайте в следующий раз приедем. Подрастете немножко и будете у меня. Ух, а вам хочу напомнить, что на моем канале сейчас проходит конкурс. В предыдущем видео, вот здесь вот подсказочка, и в описании ссылка на него еще будет. Разыгрывается спиннинг от Наутилуса. Очень крутой. Поэтому переходите, чекайте условия конкурса. Там все очень просто. Прямо по щелчку пальца можно получить спиннинг. Поэтому дерзайте. Всем не хватает чешуи. Хорошей рыбалки. И вот таких вот интересных мест. Все. Пока.